шоу Алексей, Лейла, их дочь Марина. И также питомцы Лео, Леди, Лекси и Луна. Давайте разбираться, кто есть кто. Так, где Лео? У нас тут прям целая стая. Лео у меня. Так, Лео мальчик? Мальчик, да, ему 2 года. Так. Он самый первый. Леди? Леди вот у меня. Леди тут, давай. Посмотрим. Леди, привет. Вот. Здравствуйте, Лекси. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Лекси. Лекси у вас, Алексей. И Луна, соответственно. Луна вот у нас. Смотрит на всех и недоумевает, что тут происходит. Ну, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в такой прекрасной компании? Откуда взялись ваши питомцы? Как они появились в вашей жизни? Ну, началось все с Лео. А вот он и рассказывает уже в онлайн. Первый и начал. Да, первый и начал. Лео первый и начал. Слово мне. Дочка давно у нас мечтала о собачке. Вот, и мы сказали с папой, что когда вот ты подрастешь, ты сама тогда и заведешь себе собачку. И, в общем-то, дочка подросла и завела себе собачку Лео. Так. Осознанно, да, подготовилась к выбору собачки. А почему именно эта порода? Почему выбрали ее? Они абсолютно бесстрашные, не агрессивные, любят детей, в них просто... Ноль агрессии к другим собакам и к людям. Так, а что это за порода? Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Вот. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Произошли в Великобритании, королевская порода. Все как надо. Голубых кровей. Да. Именно это вас заинтересовало? Ну, мы решили навестить приют и увидели там вот эту вот ледечку. Она была в тот момент дама с лишним весом по сравнению с Лео. Ну, как бы одной породы собаки, но когда увидели собаку в таком состоянии, стало очень ее жалко. Вот. И все, любовь с первого взгляда, привезли ее домой, и у нас начался марафон «Сбрось лишнее». И так как она подружка Лео, Лео ее обучал всему. А, он тренер. Такой, да, можно сказать, такой фитнес-тренер. Мотиватор. Да. Разработал программу. Да. Целый курс, и вот потом... Да, и мы не ожидали, что леди, дамочка, которой возраст приблизительно 8 лет, умеет, оказывается, перепрыгивать через заборы, запрыгивать на подоконники, так же, как и Лео. То есть, если мы говорим о хобби, это ее хобби, да. Хобби леди. Да. Вот, так что она у нас удивляется каждым днем теперь. Расскажите про характер этих собак, потому что их 4 одинаковой породы, но наверняка они отличаются друг от друга. Ну, Лео, так как он самый молодой, самый первый, я его выращивала с щенячества, он очень игривый, избалованный ребенок. Алексей, а как вы к этому относились? Сначала одна собачка, то вторая, третья. Я люблю животных, поэтому я только за. То есть не было какого-то девичьего сговора, чтобы уговорить папу, не знаю, чтобы еще была собачка одна? Нет, нет, ни в коем случае. Вы принимали активное участие в этом? Ну, не активное, больше пассивное, потому что мне сказали, надо ехать, надо забрать. Я как водитель еду, забираю. Как водитель. Зоотакси. А вообще дочка мечтала о лабрадоре, и мы сейчас иногда шутим, что это у нас в развес лабрадор. 40 килограмм. Рассыпали горсточку. Если весь собрать, то, ну да, лабрадор получается. Как раз 40 килограмм. У Лео какое хобби? Лео у нас ходил в школу собачью. Вот, чтобы стать воспитанным мальчиком. И дома, естественно, делал уроки. А леди наблюдала, потому что она привыкала к нам. И сказать команду леди сидеть, лежать, это как-то все-таки леди. Ага. Вот я не знаю, она попробует. Давайте. Сейчас сделать эту команду. Куда мне повернуться? Вот так повернуться. Так. Леди, леди, королева отдыхает. Молодец, вот. Как хорошо, королева отдыхает. Молодец. Умничка. Давайте попробуем, Марина, с Лео все-таки. Да, да, в Ксюшку, пожалуйста. Няшки, Лео, тут мячик. Сюда. Так, сейчас, леди, сейчас я на ручки Лео, возьму. Лео, сидеть. Леди, ты уже исполнила свое. Так, Алексей, привет. Луна. Сидеть. Пойдем. Лежать. Оп. У нее ошейник под цвет вашей рубашки. О, молодец. Да. Молодец. Сидеть. Зайка. Умница. Молодец. Лео, домик. Молодец. Ой, домик. Молодец. Молодец какой. А, еще, дай лапу. Лео, сидеть. Дай лапу. Молодец. А в вашей чудесной компании есть кто-то из них заводила? Кто, за кем все идут? Кого слушаются? Ну, в основном, конечно, мне кажется, заводила это Лео.
Вот. Но уважают все леди. Ну да, держит она себя с особым достоинством. Да, да, да. Луна пока хобби не проявила свое. Ну, Луна, глядя на всех, конечно, когда они просят еду, она изображает зайку. Лекси тоже может зайку. Давайте изобразить. Попробуем, может быть, сейчас. Ну, я уже не знаю, будет она сейчас это так делать или нет. Получится, да. Не, ну, если всех поставить, идите сюда все. А может, всех попробуем? Луна зайку покажи. Вот, это медвежонок наш, давай еще. Лекси, а ты зайку покажешь? Вот, Лекси, молодец, вот, получилось. Луна, давай, получилось. Молодец. Вот такие молодцы. У всех все получилось. А еще леди у нас 5 умеет дать. Леди, дай 5. Уа, молодец. И сразу все оживились. И никто ничего не боится, и на ручках не сидит. Молодцы. Когда Марина завела, кстати, вот Лео, приехала моя подруга и говорит, ой, у вас одна такая собачка, а вот у моей знакомой таких две. Мы думаем, ну вот две, ну не многовато. Ага, да. Вот, а сейчас... Да что 4. Такое там? Две? Да, да ладно. Это... Об этом мы думали две собаки назад. Да. Теперь 4. Спасибо вам большое. Присылайте еще больше видео на лапки.лайв. Будем показывать хорошо, в эфире вашу прекрасную семью. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Уважаю вас. Спасибо. Пойдем, ребята. Леди, идем. И Луна такая, куда? Я только освоилась. Так, Луну, с неба, давай.